Недвижимость Турции Paradise Alanya. Я вас приветствую, дорогие зрители. В районе Тосмор под ВНЖ продается квартира 2+1. Бытовая техника фирмы Арчелик. В основном это что за фирма? Амика. Арчелик, вытяжка. Так, здесь окошко. Огромная территория. Есть три бассейна. Один чинят. Один большой балкон, другой маленький. Хорошая мебель. Качественная. Арчелик инверторный кондиционер. Телевизор Грундик. Вот такая интересная квартирка. 100 квадратных метров, вся полезная площадь, минимум. Планировка тоже хорошая, но то, что прихожей нету, можно как-то эту стенку доделать. Да сюда. Раньше, наверное, была стенка в этой стороне, просто поменяли планировку. Так, как-то здесь должно открываться. Ага. Доводчиками все. Здесь первый санузел. А где лампочка? Так, первый санузел. Это у нас первая спальня. Здесь где-то 12-13 квадратных метров, как минимум. Тоже Арчелик. Инверторный кондиционер. Сторона была восточная в том балконе. Эта сторона южная. Спальня смотрит на восток-юг. Вот это юг. Это юг и это юг. Эта спальня как минимум 16 квадратных метров. Второй санузел. Сейф в стенке, тоже Арчелик кондиционер инверторный. Высота потолка 265 сантиметров. Второй балкон, он маленький, но смотрит на юг, солнечная сторона. Значит, здесь у нас бассейн ремонтируется с коркой. Там второй бассейн, самый большой бассейн вот этот наверху. Открытая парковка наверху, внизу. Рядом есть инфраструктура для жизни, сети магазинов и тому подобное. Здесь водопады летом два раза включают. Там теннисный корт, зона барбекю, беседки несколько штук, кажется 6-7 штук. Две там, две здесь, две внизу. Канал, речка тоже протекает. Воду пользуется и запускает водопад. Айдат здесь 300 лир. Есть фитнес, сауна, теннисный стол и хамам. Сауна, хамам на данный момент не функционирует. А теннисный стол мы порой тоже с друзьями здесь играем. У меня в основном клиенты наши покупают в этом моем любимом проекте. Расстояние до моря максимум километр. В Тосморе у нас песчаный пляж, подземные проходы. Проект качественно строился. В 2008 году, в 2009 году сдался в эксплуатацию. Так что одна из хороших квартир. Цена этой квартиры, дорогие зрители, 195 тысяч евро. Звоним, пишем, агаси. Цены могут подняться из-за ситуации на рынке, так как в аренду они сейчас по аренде что-то ВНЖ не выдают, не продлевают по контракту аренды. И многие сейчас думают, что захотят покупать недвижимость. Это не только граждане постсоветского союза, это также граждане и других стран: Иран, Ирак и Саудовская Аравия, Европа и тому подобное. Также для граждан Турции открыли ипотечный кредит, так что они тоже собираются покупать. Не знаю, что будет.
через месяц. Поживем, увидим. Так. Все. С вами был Агасий из Солнечной Алании, район Тосмур. Всем пока-пока.